Я уже обмелела. Обалдеть. Вообще, высохла. Как грязно. Ничего себе. Надо же. Надо идти в Лефортово загорать. Кто со мной, девчонки? Разденемся догола. Разложим свои жиры, свои фартуки, свои обвисшие титьки, и будем загорать. Это я могу. Все, иду домой. Не, я еще пойду погуляю. Не пойду домой, не хочу домой. У меня выходной, законный выходной. Ой, как же я устала работать. Да не, шучу. Я очень рада, что нас вывели на работу, потому что, ну, все уже. Уже все, невыносимо было сидеть. Ой, такси у нас отменили, потому что все, пандемия прошла. Вот, вчера уже ездила на работу собственными ножками на 11 номере. 11 номер – это мои ноги. Красивые, стройные, самые лучшие. Ой, я прямо иду, и так прям ветерок прямо со мной играет. Правда, машин много. Сегодня какое? Сегодня у нас что? Вторник? Да, мне еще завтра выходной, четверг, пятница отработать. И все, я на заслуженном отдыхе, господа. Поздравьте меня. Будет есть на что плитку купить. Интересно, сколько мне отпускных заплатят? Очень интересно. Ну что, я с таким волнением, с таким придыханием в этом магазине. Я прямо, девочка, у меня действительно настолько, правда, волнительные такие моменты сейчас. Я прямо, знаете, я прямо трепещу. Боже, как... Ой, слушай, как краской пахнет. Мальчишки красят стену. О, бра. Токсикоманка Ксения. Слушай, как... О, бра, как хорошо. Сейчас бы тут бы и легла рядом с этим, со стеной. И нюхала бы. Ну, в общем, что хочу сказать. В общем, мне сказали... 2 квадрата мне нужно на стену. Это с, как я и уже и говорила, это с плюсом. Вообще надо 1.5, но 2 на всякий случай. Там вдруг плитка сломается или что-то нужно обрезать. Ну, сами знаете. Стандарт идет ширина 60 сантиметров. Вот. Ой, уже поехал, ладно. Вот, 60 сантиметров. Это я все. В общем, плитка на кухню, фартук выйдет 2800 с копейками, ну, около 3. Будем так считать. Значит, потом девушка мне порекомендовала, что сделать. Она порекомендовала мне все измерить, все обмерить, все полы, все стены. И уже они мне сделают дизайн-проект бесплатно, если, ну, естественно, если я у них буду покупать эту плитку. Так, мне сюда. Не задави меня. Вот, если я куплю эту плитку, они мне сделают дизайн-проект, и, в общем, я вообще буду счастлива на 7-м небе от счастья. Вот. Так что все. Сейчас у меня цель. Цель. Какая цель? Цель купить эту плитку кабанчик пока что, а потом уже, значит, приехав измерить все, уже покупать другую плитку. Ну, в общем, ванну я все-таки решила вот эту изумруд. Изумрудную какую-нибудь стену такую, декор такой, а все остальное пусть будет светлое. В общем, голова трещит, голова квадратная, столько мыслей, столько фантазий. О, боже, с ума бы не сойти от счастья. Честно-честно. Боже, я еще жду, когда же откроют фитнес-залы. Ну, фитнес-залы говорят, что будут открывать постепенно. Вначале будут эти
как правильно назвать, индивидуальное занятие, естественно, за какие-то там деньги, в общем, отдельно. Ну, на такие занятия я, естественно, не пойду. Вот, буду ждать, когда же нас всех вместе впустят в этот фитнес-зал. И мы уже будем все вместе плавать, прыгать и так далее. Вот. Но говорят, что уже будут открываться, по-моему, не буду врать, вроде как с 26 июня. Вот, фитнес-клубы уже откроются. Ура! Я так хочу перейти на ту сторону. Я хочу пройтись по набережной Туполева. А где здесь переход, я не вижу. А столько машин, это просто ужас. Если честно, на самоизоляцию было вообще круто гулять по Москве. Потому что не было никого, ни одной души. А сейчас просто жесть. Ладно, будем как-нибудь переходить. Буду ждать, когда никого... Ну, вообще-то, одностороннее движение. В принципе, можно быстро перебежать. Сейчас буду смотреть, чтобы меня не задавили. Мне вот еще эти пальмы понравились. Ну, это тоже ванна. Пальмы. Тоже симпатично смотрится. Но слишком светлое тоже не хочется. Все, чтобы светлое было. Ага, давайте. Я не думала, что у вас такой салон большой, обширный. На цокольном этаже у нас еще сантехника. А. Это хорошо. Ага. Вот дорога называется, можно квадратом, прямоугольником, по-разному. Угу. Угу. Так, дерево хотела вам показать маленькими плашечками, вот так, да? Угу. Как раз тут вот разные оттенки. Угу, угу. Ну да, оттенки разные. Один цвет. Это такой посветлее. Светлый, вот, ага. Эта коллекция тоже с ковром. Угу. Есть темная бежевая плитка, ну, естественно, к нему декор такого же цвета. Угу. И вот тут еще, да, у вас, да, здесь еще есть. Дерево очень много разное. Состаренного, с сучками, без сучков. Ну вот смотрите, вот я как хотела, чтобы в кухне было вот это вот кабанчик, да, вот это бирюзовый. И надо, чтобы к нему, как бы, наверное, чтобы что-то под... ну, как бы, подходило. Ну, да, ну то есть к кабанчику. Смотря какой гарнитур у вас там будет, да, это тоже. Ну, гарнитур будет сероватый, знаете, такой, светло-серый. Ну, тогда что-то посветлее, наверное. Угу. Это вот один цвет, второй, угу, цвет, третий. Ну, это тоже, наверное, можно совмещать, да? Да, как, да, бы, чтобы комбинировать. Ну, вот стене, видите, а, да, да. Угу. Ну, в общем, надо будет к вам приехать уже с замерами, да, и чтобы уже вы... Желательно записываться заранее. Ага. Да, вы мне дайте, пожалуйста, визитку. Телефон колл-центра, звоните либо ко мне, либо к своему, ага, менеджеру, записывайтесь, есть сайт, можете. Спасибо большое, вы моя тезка. Очень приятно. Я вот вначале думала вот такую сделать ванну в серо-голубом. И вот эти, знаешь, декоративные вот эти вставки. Но потом я что-то как-то меня переклинило, я захотела изумруд. Почему-то изумруда раньше было очень много, и в какой-то момент он просто весь пропал. Ага. Очень, как будто колер просто перестал. Как-то странно, да, вообще? Я думала, что его много почему-то, и прямо в таком насыщенном прямо ассортименте. Ну вот, я в одном Кирово-Маратце увидела, как декоративный, ну, как бы декор вот этот весь. Очень симпатично, конечно, смотрится, но как-то... Мне кажется, это как-то, ну, уже просто. А хочется что-то не просто, что-то такое прямо, хочется прям такое яркое, прям насыщенное. Ну, это как бы такие цвета успокаивающие, мне кажется, больше. Ну, да, пастельные. Пастельные, да.
Не, красиво. Они как-то вот... И там, конечно, вот этого декора было очень много. Прям так напихано, можно так сказать, очень так. Да, я видела этот проект. Угу. Вот. Ну, я думаю, что, конечно, будет симпатичнее смотреться, если этих ромбиков будет побольше, чем... Хотелось бы, чтобы смотрелось как натуральное дерево. В коридоре. А это другой уже, да? Это самая фирма. Опере. Тут тоже дерево. Здесь такие более состаренные дизайны. Ага, ну да, как бы он тут старение. Вот такими поменьше, как у вас на картинке, на первом этаже в первом нравится. Можно посмотреть там, ага, хорошо. Так, вот эта волна интересна, она вообще куда ее? Да, ванная комната, да? Да, ну, либо одну стену, либо какую-то, ага, ну, как бы зону. Декорирует, наверное. Ну вот хотелось бы на кухне, чтобы было что-то, знаете, ну как бы в виде ковра, чтобы... Да, вот этот вот именно этот цвет, да, нам очень понравился. Такой прям. 1,44 м, 1,5 м даже. Да, и ну, все равно с запасом 2, мне кажется, надо брать. Да, так, ну вот этот, он вот такой, нет, мне не подходит, надо яркий такой, вот такой цвет. Изумрудный. А у вас еще второй этаж есть, да? Да? Здесь ага. Там все остальное. А, все. Интересно. Просто хотелось, знаете, такой изумруд сочетать с, ну, что-нибудь со светлым, чтобы одна стена была такая малахитовая, изумрудная. Давайте покажем, потому что к малахитовому, к сожалению, не ага. Ага, ну он такой темноватый, а больше как бы... Угу. Ну хорошо, ладно. Есть такой оникс, но он голубой. Ну да-да-да, он такой больше к синему. А хотелось прямо, знаете, бывают такие прямо ярко-зеленые такие прям. Ладно, хорошо. Так, и... Все, я пришла. Вот керамбарацци. С 9 до 21. Открыто. Ой, да, я забыла вам похвастаться. Я сегодня одела эйчендемовское. Это платье, которое я купила в самоизоляции. Слушайте, настолько классно. Вискоза. Она так прямо хорошо сидит. Дышит. Моя юбочка, ну как сказать, платье мое развивается. Все поддувает. В общем, супер. Ляжки не трет мои, которые были, когда-то терлись при большом-большом весе. В общем, все продувает и такая очень прямо хорошая вентиляция. Как-то бы вам его показать. Да, конечно, рисунок очень увеличивает. Я прям стала такая очень большая, но я нисколько по этому поводу не переживаю. Оно, самое главное, что мне оно очень нравится. И вот эти вот красненькие мои, вот эти вот, не знаю, видно, не видно, вот эти мои лопатули красненькие. Все. Красотка. Красотка вышла в магазин. Ну, себя не похвалишь, никто не похвалит. Правильно? Всем доброе утро, девчонки мои. У меня сегодня выходной, и я решила поехать в магазин керамбарацци, посмотреть себе плиточку на пол, ванную комнату и фартук на кухню. В общем,
Почему выбрала Керам Марацци, не знаю, ну как бы по идее все говорят, что очень хорошая плитка, качественная плитка, удобная в использовании, в эксплуатации, в общем, так далее и т.п. Вот я хочу съездить посмотреть. Говорят, что очень хорошие у них есть рисунки. Но я уже в интернете так примерно приблизительно поняла, что я хочу на кухню. Вот, и примерно уже прикинула, что я хочу ванну, комнату. В общем, я вся такая в ожидании чуда. Я хочу, чтобы мне все понравилось. Я примерно прикинула стоимость, ну, что выйдет в квадратный метр. Мы с Ваней уже подсчитали, сколько нам нужно. На фартук нам нужно где-то около 2 квадратов. Это уже с плюсом мы уже подсчитали. В общем, ширина фартука стандартная 60 сантиметров, длина 2,4. В общем, я в таком прямо вот... Я выбрала вот эту плитку кабанчик, и именно я хочу вот именно такой цвет, именно конкретный цвет, и под этот цвет купить на кухню диван. Это у меня сейчас такая прямо задумка. А в ванную комнату я придумала цвет малахит, ну, какой-нибудь изумрудный, что-нибудь такое в этом духе. Ну, я, в общем, посмотрю, есть ли у них такая плитка. В общем, я хочу. Я вся такая прям в хорошем настроении. Сегодня выходной, я прям... И такая погода замечательная. Жара стоит в Москве. Прям вот, знаете, вот после самоизоляции, да, после всех вот этих, ну, в таком понуром настроении все равно... Как бы мы все равно были в таком не очень хорошем настроении все эти месяца. И, конечно, эта жара, это просто послание с небес. Прям такой вот... Прям, боже, как хорошо. В общем, все, сейчас едем в магазин. У нас есть он рядышком, недалеко от нашего дома. Ну, на трамвае нужно проехать какое-то определенное расстояние. Мы с вами попадем в чудесное, как сказать правильно, ну, какое-нибудь, я думаю, что какое-нибудь волшебное такое, волшебный даже, можно сказать, магазин. Чудесное место, вот я хотела сказать. В общем, жду Бэшку, когда же приедет мой трамвай. Все, хватит, наговорила вам кучу уже на 3 минуты практически болтовни. Ладно, все, давайте к делу.